Он поворол этот микрофон, потом ему очень, видите, как хрипело, все сопело. Сейчас я его снял. И я уверяю вас, что не будет слышно, прикинь. Ну что, коробка, почему я не выкидывал коробку? Какой-то штрих-код, например, миллион кофе. Я что-то все откладывал, не только выкидывал. Ой, какая? Ого-гошеньки, а она нормально встанет такая красавица? А что не встанет? Она встанет. Встанет, она тяжелая, она не должна быть. Слизнями положена она. А она вообще-то не растет. Протруга шок еще. Ой, мать моя. Встанет она наверх? Ну, сейчас попробую. Сейчас попробую. О, песня. Нормально? Очень хорошо. Если, конечно, Ариша будет скакать. Ну, не будет, мы объясним, что скакать не надо. Кирдык. Будет нашей компанией. Кибани. Да, блин. Ох, какая кибана, хорошая. Я Санта-Лючия, говорит мама наша. Мама Мия, Санта-Лючия. Ай! Ага. Угу. Сразу отнеси вот этот коричневый туда, наверх, к окну. Понимаете, приперло сюда. Кого? Ставь. Не понял, где он? Вот этот, ставь под, сразу под дом. Угу. Осень, лес остыл, и листья сбросил, и легко. Ветер гонит их за мной. Осень, осень, ну давай у листья спроси, где он, май, вечный май, свет моего окна, твоего окна для меня погас, стало вдруг темно. Помните группу? Осень, осень, лес остыл и листья сбросил. И главное, девочки, теперь не забывайте их поливать. А то у меня тут сразу же пустыня Сахара будет. Лихой, ветер гонит так со мной. Привет, Манюня, Манюнечка, Кисюня. Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где о, май, вечный май. Его притащили, что ли? О, май гэбэр! Ну-кася, ну-кася. А давай его на кухне оставим у плиты. Осень, осень, ну давай у листья. Так, девчулечки и мальчулечки, что-то как-то холодно, аж в горле першит. Шо, где?
Наталич, ёчё, мочё, чё. Ну я вот это дотащу. Господи, мать моя женщина. Красив, да? Ну красив-то красив. Мам, а давай поставим его на стол кухонный. Ага, есть не будем, да? Ну а шо? Ой, какой тяжелый. Какой тяжелый сейчас. Сейчас. Ой, мама мия, Сантовичи. Мам, ну от батареи ему не будет жарко? Нет, ничего. Ой. А вот мы можем блестюшку батареи положить. Ой, господи, боже. Чип-чип-чип-чип-пендел. К вам спешат. О, какой-то. А что ты его так далеко задвинул? Так просто? Просто. Надо вот сюда, где он стоял. Там думаешь, почему? Конечно, свет мало. Мам, вот что ты не сделала? Второй этаж, балкон, застеклила бы, сделала бы теплый. Давай. Сделаем фундамент. Там фундамент хороший. Все. Пол сделали, вышли отсюда. Цветов теплую сделали бы. Огонь. Посмотри, сколько мы цветов бы с тобой поставили. Ага. Визуализируй. Смотри. Мам, согласись. Так бы дверь открыли и пошли. Тут бы цветы бы стояли. Мы смотри, сколько с тобой бы цветов бы пораставляли бы. Сделали бы окна. Все из окон пластиковых. Девчонки, вот поддерживайте мою идею. Поддержите мою идею. Ой, что-то кто-то уже строит, блин, вдалеке. Дом растет. Как гриб, говорю, дом растет какой-то коричневый, непонятный, уродский. Ужас какой. Вой, как раз, шторы не надо, девки. Ну, окна все, сейчас забаррикадируем. Вот это вообще шедевральный, да? Мам. Вот как им хорошо в таких горшках, а? Угу. Скажи. Скажи. Куда дел блестючку, выкинул уже? Нет, он в рулончике скручено. Блестючку ей. Делать тебе нефиг, блестючку. Разбила что-то. Блестючку ей. Та-ти-ра-та-та-та-ра-ди-та-та-ра. Вот скажи, куда камеру положу? Та-ти-ра-та-ра-ти-ра-та-та-ра. Что думаешь, блестючка спасет ситуацию? Конечно. Я вот отражать. Ой, кино не CD, пишешки, посмотрите, какая у нас осенняя экибана. Девчонки, зацените. Да зацените, то зацените. Поливать кто это все будет? Ты. Мам, главное не забывать, а то они у меня все сдохнут. Ладно. Что ладно-то? Напоминай мне поливать. Я Ольке буду говорить. Поливать, поливать. Пошла. Куда пошла-то? Ну, те цветы к себе таскать теперь. Вот что-то затащу. Ну, вообще, красота. Потом будем по эти, в горшках выращивать эти, как их, шампиньоны. Ага, ой, ну какая красота, а. Прям осенняя, да? Вот была всегда такая осень, вот такого цвета. Надо делать посиделки, садиться в кресло, притащим. Притащим кресло, стол. Будем сидеть. И на фоне цветов в лесу нашем будем сидеть. Давай будем сидеть. Да. А что? Ну, а сейчас что? Кстати, это, Лена уже затащила. Кого? Да? Какая Лена? Которая тоже блогерша. А, да? В гостях у Елены, да? Минус нет, там до минус 5. Ну, мам, ну надо тогда что-то подумывать. Мы, потому что ее куда? Сюда надо было? Нет, мы его туда поставим. Угу, вот угу, туда. Угу. Там два дивана, да? Ну, два дивана поставим. Придумаем, ладно. Все, короче, давай дела делать.
А ты садись на лесенку, на перила и...